Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про цистит у собак. Цистит у собак – крайне неприятное заболевание как для самих лающих, так и для их владельцев. Оно приводит к частым позывам в туалет у собаки и нарушает привычный ритм жизни питомца. Каковы самые распространенные причины цистита у лающих? Можно ли предупредить эту болезнь и как стоит ее лечить? Мы основательно разобрались в этой теме и готовы ответить на самые популярные вопросы про цистит у собак. Циститом у собак называется воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Очень часто это заболевание у лающих распространяется и на мочевыводящие пути. Цистит у собак может быть как самостоятельным заболеванием, так и являться следствием другого нарушения в организме животного. Самым главным симптомом цистита у лающих является недержание мочи. Очень часто во время цистита собака издает боль во время мочеиспускания. Сама моча животного выделяется в небольшом количестве, имеет резкий неприятный запах и мутный цвет. Цистит может возникать у лающих абсолютно любого возраста и породы, однако чаще всего он наблюдается у самок из-за особенностей анатомии мочевыводительной системы и частых гормональных изменений. Также частому воспалению мочевого пузыря подвержены собаки мелких пород. Все дело в том, что их организм неустойчив к воздействию низких температур, а это в свою очередь часто приводит к переохлаждению и развитию болезни. Цистит у собак всегда развивается на фоне ослабленного иммунитета. Чаще всего причинами болезни становятся такие факторы, как переохлаждение, инфекции половых путей, травмы, камни в почках и герментозы. Несвоевременное лечение цистита может привести к ряду осложнений. Среди самых распространенных – почечная и сердечная недостаточность, недержание мочи и высокое давление крови. Цистит у собак необходимо лечить незамедлительно. Как правило, врачи прописывают собаке прием определенных лекарств и специальную диету. Владельцу лающего с циститом стоит быть готовым к тому, что лечение животного может затянуться на срок до 3 месяцев. Цистит легче предупредить, чем лечить. Для этого нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, нельзя допускать обезвоживание организма животного. У собаки всегда должна стоять в миске чистая свежая вода. Также важно беречь собаку от переохлаждений и случайных спариваний с другими лающими. Кроме этого, необходимо регулярно водить питомца на прогулку и не забывать о его профилактических осмотрах у ветеринара. Таковы ответы на самые популярные вопросы про цистит у собак. Следите за самочувствием своего лающего друга, ухаживайте за ним, и пусть проблемы со здоровьем обходят стороной вашего питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!